В Ульяновской области успешно идет уборочная кампания по сахарной свекле. Традиционно свекла – один из самых популярных корнеплодов, который выращивается у нас в стране повсеместно. Родиной сладкого продукта в регионе считается Цельнинский район. Там с сентября по октябрь и днем, и ночью кипит работа. Люди и техника работают в две смены, чтобы у жителей нашего региона всегда на столах был сладкий белый сахар, что самое главное – по адекватной цене. У нас сахарная свекла является одной из стратегических культур. В севообороте она занимает площадь 650 гектаров. Уборку начали 15 сентября. На сегодняшний день убрано порядка 150 гектаров. Урожай составляет где-то около 300 центнеров в зачетном весе. По словам производителей, в этом году они без проблем обеспечат область сахаром. Плюс ко всему, хватит еще и на экспорт. Урожайность сегодня не такая рекордная по сравнению с прошлым годом. Всему виной погодные условия. Однако сахаристость свеклы на порядок выше. Сказалось, пыльная буря, которая унесла у нас 100 гектаров свеклы, мы ее пересеяли. Ущерб у нас получился порядка 1 миллиона рублей. Это затраты на семена. Но благодаря, конечно, нашему губернатору, получили субсидии на сахарную свеклу погектарные. Спасибо Сергею Ивановичу. Ну, урожайность ниже, чем прошлые годы, но в этом году сахаристость на порядок выше. Труд в поле, он непростой, но общественно полезный. В любую погоду, утром, днем или вечером комбайнеры несут вахту. По словам работников сельхозпредприятия, плюсов и минусов в работе много, выручает новая техника. Как работаете? В одну, в две смены? В две смены, в день и в ночь. Тяжело все-таки? Да всякое бывает, тяжело, но работать надо же все равно. Давно работаете? Второй год. Ну а по сравнению с прошлым годом, плюсы, минусы? Ну в этом году погода сухая, получше. В том похуже. Да, там дожди. У вас какой-то норматив вообще есть? Вот что выполнили, можно спокойно идти домой спать? Чем больше, тем лучше. Больше заработаю. Сейчас уборочная кампания свеклы в самом разгаре. По последним данным, корнеплод убран с площади более 2000 гектар. Это 20% от плана. Валовый сбор составляет почти 59 тысяч тонн, а урожайность – 244 центнера с гектара. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.